Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Продолжаем Atomic Heart, Узник Лимба. У нас, смотрите, у нас осталась, значит, одна карабкалка, одна скользилка и один гусь. Давайте сходим в гуся, так сказать, посередине, потому что карабкалку одну прошли, скользилку одну прошли, пройдем гуся, пройдем остальные две. По-моему, идеально. Сейчас мы восстановим память гуся и узнаем, возможно, кем гусь был до того, как стал гусем. А может быть и нет. Ну и мирок у тебя тут, Петри. Твой мозг такой слабый, что даже реализм не вывозит. Отвяжись, отвяжись! В смысле? Гусь, я к тебе в голову ворвусь. Ну и тише здесь. Что происходит? Я предполагала, что будет тяжело, но это просто как-то... А. Усугубляй ситуацию. Сэй. На S нагибаться хорошо. Это... Ой. F? А, на F можно ящики разбивать. Все окей. Это этот пошел, как его называют, который по поездам бегает, да? Поднимите мне лапы! Поднимите мне лапы. А как перепрыгивать с поезда, ну, не с поезда, а вот с печеньки на печеньку, мне интересно. А для чего сердечки? Так, ладно, я собираю яблоки побольше. Хорошечно, да. Сказал гусь. Не этот, правда, не тот, который это говорил изначально, но ладно. Теперь, а я играю, короче, получается, за полицейского, за охранника вокзала, да? Хорошо. Так, магнит. А, магнит пропустил, блин! Нет, давай проиграем, давай заново. Магнит надо подобрать 100%. Магнит надо подобрать, во. Во, во. Другое дело совершенно. А мы его куда-нибудь догоним, нет? А сколько тут всего? Там было написано 10% только. Так, ну я его догнал. Ой, теперь просто скользилка. Ой, как неудобно. Что вообще такое тут творится? Зачем мне подсказка на А? Я и без этого знаю, что на А. Магнитик хорош. Во. А для чего сердечки? Это дополнительный гусь или это количество жизни? Подожди, это количество жизни на все прохождение этой трассы? Серьезно? Гусь молодец, да. Блин, а что делал двойные вишенки? Да, не, собирай все. Блин, за них интересно что-нибудь вообще купить. То можно потом будет, нет? Это да. Да блин, он уезжает! Для чего я собираю эти вишенки? А, ну все, окей. Подожди, а жизнь-то у меня заканчивается или что? Давайте, пока вы не продолжили, чтобы у меня в голове не сидело и не отвлекало меня сейчас от этой трассы, мы посмотрим вкусную рекламу. Ешь, играй и выигрывай. В этом поможет Burger King. Если вы еще не успели поиграть в одну из самых популярных игр Atomic Heart, новый Atomic Box от Burger King точно для вас. Лимитированный набор включает в себя Atomic Whopper с котлетой на выбор, закуску в виде картошки или наггетсов и напиток. Помимо этого, в каждом боксе вас ждет гифт-талон с уникальным промокодом, активировав который, вы получите один из подарков. Стандартное издание Atomic Heart, сюжетное дополнение DLC номер 2, цифровой артбук или скины для оружия. Переходи по ссылке в описании и участвуй в акции. А мы продолжаем. Вот. Да, из говядины и курицы, но не из гуся. А знаешь, где гусь? Гусь у нас здесь продолжает. Поэтому бургеры из гуся и нет. Поехали. Так, я не понял, почему... 7, это 8-я жизнь. Если что, жизни написано за мной. Чё дают двойные вишенки? А если я просто ударюсь в стенку, меня интересно загеймоверит, нет? Всего тут... Но эта трасса пройдется быстрее гораздо. Тихо. Спокуха.
А зачем с нами... зачем с нами пузырь-то летит, я не понимаю. Так, окей. Хорошо. Открывайся, спокуха. Тихо. Да ну нет! Ну прекрати! На спину ему. Какую на спину ему? Не надо мне на спину почти ничего. Вышли. Приключения на 20 минут. На 20 минут, да. Так и есть. Но я не думаю, что этот уровень дольше продлится, потому что уже 30%. Спокуха. Отлично. Хорошо. Падай. Естественно, ты падаешь. Я уже знаю все эти приколы наперед. Что упадет, что не упадет. А куда, куда вишенки делись? Ага. Блять, вот это самая подставная хуйня. Так, спокуха. Куда майор-то сбежал? Он что так далеко убежал-то от меня? Что за... Е? Что такое Е? А, Е это в угол прислониться? Ну, что ты там? Серьезно? Я бы после такого не встал. Окей. Ку? А чем они отличаются? Чем отличается Е от Ку? Чем Е от Ку отличается? Алло! Что, Сережа? Что, Сереж? Что он сделал? Чем отличается Е от Ку? Скажите, пожалуйста, я не сообразил. Они же совершенно одинаковые. Е и Ку вообще одинаковые абсолютно. Ку! Я Ку нажал! На спину его. Я нажимал Ку в прошлый раз. Ебать, тут кнопок больше, чем в этом поездном бьюне. Блять, не то нажал, ладно. Хотел коробку сломать. Жизнь. Жизнь надо взять. Ее нельзя перепрыгнуть, что, серьезно. Не любишь, а? Они такими, наверное, интересными фразами перепрыгнут. Как хорошо, что ты будешь смотреть это, тебе не нужно следить с геймплеем. Я половину фраз их не слышу, они там что-то веселое разговаривают между собой. Е. Вот сейчас хорошо. Вот сейчас хорошо. Ку. Вот сейчас хорошо. Бля, как много кнопок. Здесь F, S, E, Q, да все подряд. Ну, Сережа, здесь ты от меня никуда не денешься. Тихо, Q, хорошо, E, хорошо, F. Здесь. Я нажал, я же даже озвучил. Ты корова на льду. Сам ты корова, Нечаев, ты вообще кот, обормот, понял, нет? Займешь место гусака-вожака. Так, еще сердечко, хорошо. Но у меня уже много жизни. Е, ага, Ку, ага. Тихо, Ку, ага. Все, я понял, чем они отличаются. Там зависит от того, на какой стороне дорожки. Так, это другая пошла, без Е, без Ку. Здесь просто собираем. А у меня основная задача его обогнать, или я вообще, или у меня нет шансов его обогнать в принципе. А где магнит-то на два... Да иди на... Серьезно, я попал. Я серьезно попал. Не в том смысле, что я попал, а в том смысле, что я попал. Во. Но это не то место. Блять, вот это опять сложная хуйня. Да вот ее невозможно пройти. Саечку? Опа, майор, ты проиграл, тебя догнал. Спокойно. Я лучше сердечко возьму. Да, блядь, взял сердечко. Да. Взял, молодец, проверяй нахуй. Вот оно, сердечко было, да. Было, но я его не взял. Спокойно. Ебать, как все быстро происходит, тихо. Да опять это подставная ересь, я не смогу в нее... Да я не могу в нее проскочить, в принципе. Будешь еще, ебокрякать? Ебокрякать? Так, я не замечаю, у меня жизни пропадают или нет. Вот сейчас у меня 12. Сейчас у меня 12. Да, блядь, опять эта хуйня. 11, да, окей, это я количество жизни собираю. То есть у меня 57% осталось, 43% пройти, и на это у меня 11 жизней. Не считая тех, которые я подберу. Окей, понял. Ебаклак, блядь, спокойно. Ага, вот еще, хорошо. 11, 12, нормально. Интересно, реально здесь собрать... Что? Блять. Да почему? Сердечко было. Почему ты не подобрала, угусь? О. Птичку жалко. Блять. Чё там Нечаев говорит? Я не понимаю. Рано прыгну. Давай сейчас жизнь начнем сливать. Конечно, блядь. 61% трассы. Давай жизнь начнем сливать. Чё остается делать-то?
А гусь не может летать, гуси же могут планировать как-то чуть-чуть. Нет, двойного прыжка никакого нет. Блять, рано прыгать начал! Я бы после такого не встал! А я встану, понял? У меня 10 жизней осталось. А вдруг я не пройду это с первого раза? Бля, туннель извивается, он напрягает меня, портит мне этот. Портит восприятие. Ага. Я не так хорошо понимаю, спокойно. Спокойно. Когда по трем дорожкам бежишь, проще. Вот хорошо. Вот хорошо. Ой, бля, чуть не задел. Ебать, бесконечные яблоки. Точнее, это вишенки. А почему гусь собирает вишню? Гусь не ест вишню. Гусь явно вишню не ест. Так, что там процентов? 60 с чем-то. Ага. Наша стала наша. Да-да-да-да-да. Ой, блядь, попал, проехал. Первый раз. Хорошо, сердечко. Тихо. Спокуха. Отлично. Бля, идем красиво, 70%. Ну, должен пройти. Жизни немного, нормально. Верните меня на три дорожки, пожалуйста. Так, и раз. Бля, чуть в печенье не уебался. Ага. Ебать. Ага. Опять чуть в печенье не уебался, спокойно. Сердечко. Хорошо. Во что? 12 жизней. 12. 74%, нормально. Бля. Опа. У дичаку походка, блядь. Почему он ни разу ни во что не врезается? Это нечестно. Он что, этот раз унизу знает? А, за вишни дают жизнь. Все, я понял. Типа, походу, 100 вишенок, одна жизнь, да? Сейчас проверим. Если мне не хватит дорожки по-любому. Нет, 111 жизни дали. Так, все, отлично, Е, опять Е. Блять, двойной прыжок с пробелом, Е, чего? Ебать, надо одновременно вниз, С, что? Ебать, как сложно. Так, жизнь возьму. Жизнь нужнее. Вместе. Надо одновременно жевать прыжок и еще плюс вот это вот. Нихуя себе приколы. Так, поезда из ниоткуда стали появляться. Ебануться. Жизнь, хорошо. Здесь надо очень много кнопок одновременно уже нажимать. Блять, поезд из ниоткуда. Ебать, Battletoads пошел. Какой-то! А как это я должен был перепрыгнуть-то? А дистанция держи, твари. Ой, блядь! Ну, чё ты там? Я бы после такого не стал. Ебато, вниз Е надо было нажимать. Блять, не успел, я о другом сейчас думаю. 14 жизней, мало. Мало, 10% осталось. Да не Е, блять, а Д! На спину его. Почему ты не перемещаешься с дорожки на дорожку-то? Корова на льду. Ебать, что творится нахуй. Сейчас все жизни так проебу. А, ты можешь перепрыгивать здесь? А чё ж в прошлый раз не перепрыгнул? Чего одна монета? У тебя ничего нету. Ты не развратец. Сколько процентов? Так, 94, нормально. Пока живем. Свободу гусям всех стран и народов. Ага. 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 Ебать, сообразил, сейчас сориентировался, сложно было. Какой, блядь, вишневый. Кто ты это? Какой вишневый косточкой в очко, нахуй. Ну где там финиш-то хорош? Это еще не все!
Не лезь ко мне, засранец! Блять! Предвестник зачистки. Да, не везде, да! Бля, наконец-то дали гуся пострелять. Наконец-то, всю игру об этом, блядь, мечта. Все мечтали об этом, всю игру, пострелять гусей. Куда ты, блядь, собрался? Иди сюда. У меня до сих пор в голове все едет. Спокуха. Это какое-то гусиное нашествие. Нашествие гусей, да, жесткое. Тебя здесь нет власти, ублюдок. Катапульта, вот спасение. И на стропах натяжение. Сердце в пятки, в штопор. Я иду, да. А где орешки с жизнями? Это как ее песня вот эта, которая хайповала где-то с год назад. Да, на заре песня, да. Ебать, они тут песни засовывали жестко. Уйдите нахуй. Так, блядь, да не, зажимай, зажимаю! Бля, два гуся осталось. 26 из 25, хорош! А чё ни одного орешка-то не было? Это так-то сложно. Ебать, уазики, блядь. Горошек какие веселые. Мне сюда? Он что, вырвался из лимбы? Держись там, Катюш, ладно? Мы со всем справимся. Так, теперь кольца. А. И чего? Вы завершили историю дополнения «Узник Лимба». В мире Лимба наверняка остались нераскрытые секреты. Вы можете продолжить приключения и вернуться в главное меню. Гусь, это конец? В смысле, а там же еще два было. Там же еще два целых этих было. Я всего 217 вишенок собрал. А, двойных 217. Не мог я столько собрать. Это все обман какой-то. То есть гусь это был выход? Серьезно? Ладно, пойдем, окей, в этот. Внезапно надо было... Когда захочешь. Как? Ты найдешь способ. Мои маяки. Используй их. Тут надо было же, это же нечестно. Так, это мышкой управляет. Блять, все, убрал руку от клавиатуры. Это управляется мышкой чисто. После гуся, блять, с клавиатуры это стало не очень понятно. А здесь будут какие-то боссы или что-то типа того? Это осколки чужой памяти. Здесь ты ничего не поймешь. А ты тут откуда взялся, блядь? Ты тут откуда взялся? Здесь тоже какая-то история будет, получается. Да, бля, врезался. По катушке гораздо сложнее по карабкиванию. А чё я здесь даже без помощницы буду без этой, без моей? Это так-то нечестно.
Так, окей, здесь перепрыгнул красиво. Это жесть. Вот куда, блядь, вот куда? Вот когда это кончится? Так, мне теперь налево, спокойно. Бля, не долетел, долетел, спокойно. А здесь, кстати, гораздо быстрее. Чего? Чего? Не понял сейчас. А куда я должен был лететь? Куда я должен был лететь, алло? Так, здесь вниз, здесь правильно. Вниз и вверх. Да я не могу здесь просто пролететь, потому что потому. Вот здесь, короче, вот эти ебаные мельницы, это самое сложное, что здесь есть. Они реально просто чисто рандомно пролетел, не пролетел. Вот сейчас я пролетел, не пролетел, не пролетел, нет. А как пролететь, хуй пойми. Вот убери дробовик-то ты из рук, он тебе мешается. Он тебе явно мешает, прекрати. Хотя бы озвучку бы с этим, с хразом добавили, что ли. Чтобы было понятно, что происходит вообще. Так, ладно, вот сюда. Бля, быстрее вверх, ага. Допустим. Да не, он соскользнул сам по себе. Блядь, прошел 15%, и дальше не могу, представляешь? Дальше 15% никак. Зато 322 яблока. Это, я так понимаю, мы сейчас можем себе еще набрать монеток, набрать себе скинов для основной игры. И потом использовать их в игре. А как пролететь, блядь? Вот, серьезно, ты подлетаешь к ней, а она сверху закрыта. А снизу ты не долетаешь никак. Как это работает? Бля, ведь чекпоинта... А прикинь, вообще ни одного чекпоинта не будет. Ебать, будет прикол. Зацепился, хорош. Так, я здесь... Я был. Яблок нету. Ага. Так, сейчас налево. Рыба ебаная. Хорошо, летим здесь. А как пролететь-то? Я не понимаю, ты что закрываешь у меня прямо перед лицом? Я как пролечу-то там? Так, давай перепрыгнем вот на эту вот. Ага. Оп. Во, хорош. Во, хорош, нашел, нашел место, где можно пролетать 100%. Здесь ты просто тупо выше взлетаешь, чем эта ебаная мельница. Че ты меня... Нахуй ты меня сбросил? Пошел какой-то клабхаус. Какой-то клабхаус пошел. Так, все, вот на эту обязательно перепрыгиваем. Вот на эту. Что такое? Потом вот сюда. И вот здесь со всей силы хуярим наверх. Раз. И долетаем докуда угодно. Так, сюда спокойно. Здесь только не падаем, не падаем спокойно. Ёбаные карамельные берега, блядь. Так, хорошечно. Отлично. Вот, а что делать, блядь? Вот так? Ех, ебать! А как я должен был попасть так четко? Это же мне нужно не так высоко прыгать, как я прыгнул сейчас! Ты чё, угораешь? Во, спидран пошел жесткий. Покуха. Бля, ну отсюда, в принципе, уже издалека видно, что там происходит. Но как это сделать, я не понимаю. Надо попробуем мышкой туда нырнуть, что ли? Попробуем сейчас прям мышкой нырнуть. Так, давай, это со всей силы. Значит, наверх. Наверх. Это теперь вниз. Это хорош! Заично, тут я ожидаю тебя. Думаю, ты меня здесь ожидаешь? Зачем ты меня здесь ожидаешь?
Раз, дай мне точку сохранения, пожалуйста. Я ебал это разом проходить. Хорошо! Я всегда был рядом. Да? Так, 376, берем дальше. Ну мне сейчас... А мне что мне сейчас надо? Ты чё, охуел? Чёрт, блядь. Ничего не дал, прикинь. Собака такая. Так, это по кругу надо ездить. По кругу, значит, собираем яблоки. А, по кругу и спускаться. Все, я понял. По кругу и спускаться. Ага. Вот это мне сейчас повезло. Так, а это не повезло, блядь. А как должно было повезти? Кисельные берега, нахуй. Так, прям вот сразу сюда, окей. Сюда. 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 Ты думаешь, как же так? Захаров мертв, но поместил в мою глупую голову моду. Не, так вообще не думаю. Я сейчас думаю, как мне пролететь вниз побыстрее. И еще, чтобы точку сохранения найти. Не... Что сейчас произошло, блин, я не понял. Так, а кольцо меня тоже может ухуярить. Оно меня и ухуярит. А как я должен проскочить-то, когда все наугад происходит? Надо кольцо-то подстраивать под движение игрока, когда он приближается, чтобы начало крутиться и просто ебало мозги маленько. Нормально. Хорошо. Отлично. Теперь сюда. И теперь резко наверх. Ага, ебать, прикол. Оп, нырнул, хорош нырнул. Блять, ну. Может было и в ту, и в ту. А там точки сохранения вообще рядом не видно. Так, а чё сразу вниз? Здесь по кругу можно было покататься, просто яблочки поискать. Ага. Ага. Потом резко наверх. Потом вниз. Ладно, это меня не берет. Так, дальше, значит. И раз. Хорошо. Отлично. Мельницу нахуй. Я вылетел за пределы карты. Бля, это реально нужно... Опа. Меня не надо здесь брать. Опа. Хорошо. Опа. Плюс яблочки. Опа. Бля, меня кольцо отталкивает. Просто берет и отталкивает собака такая. Как же это сделать так, чтобы меня не оттолкнуло? Меня просто, знаешь, я не хочу, чтобы это было как-то наугад. Я хочу четкую схему понять. Вот когда я четкую схему пойму, тогда мне будет проще. И раз. Допустим. Хорошо. И раз. Хорошо. И вот он тупик. А вот он тупик! Все, я либо в эту писульку врываюсь, либо никуда. Тогда давай по ближней проедем. Попробуем залезть на ближнюю. Так, и вверх. Раз. Хорошо. Вот здесь я уже разобрался как, только не падаю. Спасибо. Так, на ближнюю. Ага. Рыба. Ну, 25% это одна четверть. То есть мне еще три четверти столько проходить. Я так понимаю, здесь где-то на 25% как раз чекпоинт. То есть здесь всего три чекпоинта, да? Покуха. И раз. Это сюда. Так, теперь на ближнюю. Ага. Теперь наверх. Все, окей, проскочили. Еще наверх. Хорошо. Теперь аккуратненько. Так, и чекпоинт. Хорош! Чекпоинт. 25% до сих пор! Так, 240. Тут на 260 не хватает. Ладно, поехали. Я реально не понимаю, как тут проценты работают.
Вот эта песенка мне прям нравится. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Ебать. Воу! Наебал его опять где-то. Так, хорошо. Главное, что я прыгать научился. Это основное. Здесь бля... нет ответа, Сергей. Только бессмысленные вопросы. На них некому отвечать. И задавать-то некому. Так, ну тут я... О! Блять! Я только ту видел, правую. Это так далеко сейчас бежать! Ебать! Ну зато 34%, ладно. Фраз тут маловато, конечно. Нужно, чтобы меня гнобили посильнее, получается. Чтобы это отвлекало от игры. А, так тут можно не перелетая, а справа налево. Я думал, надо перелетать через препятствие. Оказывается, можно просто справа налево херачить. Так, ладно, тут не меняем ничего. Идем по стандарту. Ага. Так, это уезжает, да. Это хорошо. Ага. Так, это я назад. Нет, не назад, нихуя не назад. Это я вперед. Яблоки есть, значит вперед. Так, монетка. Это я за монеткой ездил! Ёб твою мать. Это я реально ездил за монеткой сейчас? Ты что, издеваешься? Здесь реально нужно перепрыгивать через препятствие. Так, окей. Окей. Да бляха, чё не подпрыгнул-то? Жесть. 34%, дальше никак. Спокойно. Так, и раз. Допустим. Раз. Допустим. Так, здесь перелет. Хороший перелет, окей. Здесь так. Дальше. А, только тут знак стоит. Реально нужно вот так вот. И тут знак стоит. Бля, реально. Ебать. И до сих пор 34%, ты посмотри. Опа. Бля, ебать по тортам жестко. Да-ка я как тут долечу-то? Он меня выкидывает прям на самый конец. Там скорости для разгона просто нет уже. Скорости нет для разгона, ничего не сделаешь. Для чекпоинта надо было почаще. Это, конечно, все здорово-задорно, но чекпоинт надо почаще. Но здесь я опять не долетаю. Нужно было речи поворачивать. Мне кажется, я себя как-то мышкой могу подбрасывать. Типа вот так вот мышкой делаешь и подбрасываешь сам себя. Смотри. Вот так раз. 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 И во, видишь, как далеко летишь сразу. Сразу и на шипы, нормально. 34%, ебать мало. Очень мало. Раз. И раз. Хорошо. Раз, раз. Хорошо. И раз. Бля, тихо. И раз. И раз. Бля, вот сейчас по кускам пирога прыгать, это очень сложно. Там нужно реально прям как-то вымерять это все дело. Ну вот почему? Почему? Ну почему? Ну все же одно и то же делаю.
Женщина, которая разговаривает. Did you see? Did you see, говорит? Я си, да. Си, что очень сложно. Мне кажется, я все-таки как-то себя умею подбрасывать. С помощью мышки как-то я очень далеко лечу. Вот прям чем резче дернешь мышку, чем дальше полетишь. Это как-то работает, как непонятно, но как-то работает. Ебучие пироги. Здесь, кстати, кругом пироги, походу. Опять она застонала. Вот видишь, я сейчас мышку резко не дернул, меньше пролетел. А вот сейчас вот нужно... А, тут еще ебучий пирог. А, это ебучий пирог, который в этот... За монеткой. Это пока самый сложный участок. Что? Вот как я себя кинул, я не понял. Но я стараюсь это мышкой просто делать. Типа он как-то вертикально вверх взлетает и поэтому дольше летит. Да ну прекрати! Где же твою мать? Ой, блядь, аж оружка сменилась. От чего она вдруг сменилась? Я же должен по-любому это пройти. Но здесь не должны быть такие прям вот невообразимые прыжки. Они же все должны быть рабочие просто. Вот. Не понимаю, как это работает. Просто не понимаю. Вот смотри, вот так просто вверх. А если резко мышкой хуйнуть? Не знаю, мне кажется, он как-то взлетает. Как это работает? Хуй его просышь. Но как это работает, не знаю. Как ты сам себя подбрасываешь? Во, видал? Вот это, блядь, бросок сейчас был. И теперь вот так, раз. И вот, и летишь вообще, блядь, через одну. Просто через одну, раз. Аж целую эту пролетел, блядь. И раз. Хорошо. Так, здесь мы были. Здесь были. Вон ебучие пироги эти отдельные. Ну это пиздец. Это просто полный лютый жесть. И 34% до сих пор, ты посмотри. Сейчас бы чекпоинт. Нахуй я в эту сторону поехал? А, там можно было яблоки собрать. О, я соберу. В следующий раз как раз хватит на это, на улучшение на какое-нибудь. И раз. Вот опять не долетел. Вот мышкой не дернул, не долетел. А мышкой не всегда получается дернуть так, как надо. Все, я буду дергать мышкой постоянно. На каждый прыжок я буду дергать мышкой. Давай в самом начале проебемся. Так, а я же могу, когда я прям, если перелетаю, я могу просто вертикально вниз посмотреть, и он типа просто вертикально вниз поедет. Это же сработает, с кольцами же работало. И здесь, значит, сработает. Правильно? Вот здесь неправильный я угол взял перед этим. Отвечаю, неправильный угол. Вот, да, вот нужно просто было такую музыку включить. Чтобы была помощнее музяка, чтобы сразу был заряд. Заряд на прыжок. Все, поехали спокойно. Раз. И раз. Хорошо. И раз. Раз. Хорошо. И раз.
Да ну, бляха, муха! Короче, никак мне не дается, я не знаю, уже 20 минут сижу, у меня вообще ничего не получается. И уже даже перестало получаться то, что получалось до этого. Я уже и так, и эдак выпрыгиваю, уже всякие прыжки пытался делать, и нихера не получается. Я не знаю, почему это очень сложно, мне вообще не дается это скольжение. Вообще никак. Я вот то здесь упаду, то там упаду. Ну вот, ну серьезно, ну бляха, ну серьезно. Я то в стену, то упаду. Я даже стал уже падать на тех местах, на которых я до этого ни разу не падал. Это как вообще? Это же нечестно. Оп. Оп. Все, пробуем последний раз. И хватит. И пойдем пробовать этот, как его. Пойдем пробовать ползалку. Ползалка попроще. Меня вот здесь перестало получаться. Я вообще не понимаю, почему. Вот, у меня здесь перестало получаться. Ну, ёп. А, ладно. Да. Ай, блядь, как больно. Палец об микрофонную стойку ударил. Ноготь, сука. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм. Комментируйте, ставьте лайки, нажать про колокольчик. Кстати, там все уведомления. Всем встречи, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.